Здравствуйте, я Ильдарбекова Жибека Алтынбековна, инвалид второй группы. Мне 62 года. После ушиба мозга у меня образовалась киста шишковидной железы и, соответственно, много хронических заболеваний. Пройдя много кампаний, употребляю многие БАДы, но нигде такого хорошего результата и я не получала. На 8-й день приема витамина А и В у меня 3 дня выходили паразиты. Второй результат очень яркий. Я не могла после двойного перелома голеностопа, не могла по утрам вставать без разминки. А сейчас я встаю легко и просто. К тому же, если я не досплю 1 час, я была вялая и не могла работать. А сейчас мне хватает 6 часов, чтобы встать бодро, отдохнувшей, посвежевшей. Поэтому всем желаю и рекомендую принимать наши препараты.